Блин, такой подбор классный. P2 без ранга, золото 3, P4. Еще серебра тут не хватает, кстати. Пиццу и суши третий день ем. Фу, ну пицца вкусная, вкусная тема, а вот суши. Как там самочувствие? После суши не плохо тебе? Или у тебя крепкий желудок? Желудок быка. Все переваривает. Мог просто ответить, да, у меня желудок быка, да, я могу кушать много вредной еды, и мне будет норм. Лучше бы ты так ответил. Суши и пицца с колбасой плюс-минус одно и то же? Нет, ты шо, фу, не может... Блин, ты сравниваешь два совершенно разных блюда. Вилкос терроризирует Люксу. Пшенку? А что такое пшенка? Каша какая-то или что? Если это каша, то я не люблю. Вообще кашу не люблю. Пшенка.
Waiting so long. Даже гречку люблю, рис хорошо приготовленный люблю. Да, я что-то забыл за гречку и рис. А то у меня на уме только там перловка, там овсянка, вот эти вот каши, которые фу, блин. У меня малой, кстати, племянник любит, обожает просто эти каши, вообще любые каши. Он типа готов их круглосуточно кушать. Любой тип каши. Реально типа круглосуточно готов их хавать. Я вот только вот гречку, рис и наверное, все. И манку еще люблю иногда. Excuse me. В горле что-то дрёт. Или кто-то дрёт. Кто проник ко мне в горло, признавайтесь? Кто это сделал незаконным путём? Кто ко мне в горло проник? It's you. Так, снова Анатолий идет гангать. Нет, не идет. Анатолий Биг Болс передумал. Не знаю, я вот всегда Гекку Анатолием называю. Не помню, какой-то прикол в интернете видел, где конь и Анатолий. Ну, имя Анатолий, конь. Не помню. Что-то видел. Что это такое? What is this? Блин, а не многовато ли вас тут? 4 человека. Где Анатолий? Я не понял. Анатолий, I need help. Не-не-не, там прикол в другом. Там типа песня какая-то была про... Анатолия и конь был с этим, с этим, с опущенным этим, как его, членом. И там еще какие-то, типа, люди ржали вокруг, не знаю, что-то такое я видел в Инстаграме там. В интернете нормальные какие-то приколы не показывают, показывают только письки, члены и вот это вот все.
блин, реально, типа, вот в Инстаграме, в ТикТоке столько разного дерьма, ну, которым, типа, реально детям не надо смотреть. Какие-то странные у вас ТикТоки, Инстаграме. Ну, блин, говорю, что есть. В рекомендациях у меня там появляется. Это не я ищу такое. Это сам ТикТок мне Инстаграм подсовывает. Анатолий, Анатолий. Анатолий Биг Болс. Опа, о, хорошо, хорошо, хорошо зашло. Отлично. Миссия выполнена. Penetration. Successful. Мы и без Анатолия тут справляемся, как бы. Чувствуете? Чувствуете мощь? Вилко заяфили. Да, Анатолий там топеру помогает нормально. Анатолий в топера вошел. 0.5. Анатолий знает, как это и в хвост, и в гриву. Для него это как бы, ну, как 1 плюс 1. Блин, Анатолия закрыли, елки-палки. Кто это сделал? Это Джарван? Вся игра застроена, вся игра крутится вокруг Анатолия. Всю игру Анатолий играет в карманный бильярд. Анатолий, Анатолий. Там мужчина что-то. Блин, я попробую найти эту песню после этой катки. Мне самому интересно вспомнить ее.
Анатолий, why are you living in my dreams? Come here. Come. Good boy. Good. Во-во-во, ты от муки, ты от боли, ты от скуки, ты от слез. Да-да-да-да-да, вот что-то типа да-да. Это в контексте с той песни, ну, слово. Да-да-да-да. Совершенно верно. Анатолий, Анатолий. Анатолий, Анатолий. Анатолий, Анатолий. Опа. Ага, penetration. Блин, и он выжил, кстати. Unlucky. Или не выжил, подожди. Подожди, подожди, Анатолий его вынюхал. Подожди, еще не все потеряно. Либо Анатолий его, либо он. Анатолия. У кого больше, у кого больше? Блин. Анатолий, ты куда свои болс дел? Ты их что, потерял во время игры или что? Я не понимаю. Где твои знаменитые болс? Ходит, скачет, звенит яйцами и ничего не делает. You're just living in my dreams. Ты от муки, ты от боли. What the fuck? Блин, я поздно среагировал. А, я выжил. Вообще супер. Блин, бомба. Бомба. Анатолий, Анатолий. Yes. Yes. Yeah, да, детка. Работай, работай. Щупальцами. Работай. Ой, хорош. Дай щупальцами. Блин, тут еще какая-то членистоногая прилетела. Анатолий, ну... Ой, Анатолий, Вилкоз, ну ты давай, ты как-то там живи. Я вот спасаю тебя там. Нормально. Нормально, нормально, хорошо сыграно. Чувствуем друг друга. Чувствую себе щупальца Вилкоза. Тентакли. Че за кентай пошел, не знаю. Это все Анатолий. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да шо вы так подставляете свою эту пятую зону на теле?
Спасите щупальца. Он вас потом отблагодарит. Так, Анатолия законтролили, чпокнули. Не, я говорю, типа, он реально свои яйца просрал. Я бы бэкнулся. Анатолий пусть идет над драконом. А мне нужен... Мне нужна сила шторма. Прыгает он на меня. Я тоже могу прыгнуть ей на лицо. Блин, Анатолий что-то далеко зашел, глубоко. Остановите его, кобылу. Ой, коня этого. Кобылу. Стоп. Гейм овер. Конина разогрелась, да. Прогрелась. Кому лайк даем? Тентаклям, либо яйцам? Блин, ну тентакли... Тентакли мне линию выиграли, а этот... А этот звенел яйцами всю игру. Тентаклям хорошо. Блин, тентакли меня передамажили. У нас так ровненько все, по 10 тысяч урона. Аккуратно, ровно все так.